Следственный комитет занялся историей задержания детей в пейнтбольном клубе. Со слов родителей, трое детей в возрасте от 9 до 12 лет без разрешения забрались на территорию клуба. Они прыгали на надувных фигурах. Это заметил работник комплекса и увел детей с поля. Он попросил их вызвать родителей. Те не смогли связаться с мамами, и мужчина отказался их выпускать. Если бы вы не хотели, вы бы не полезли. Ты меня слышишь, нет? Успокоился. Позже приехали родители и забрали детей, а потом обратились в полицию и попросили проверить, было ли со стороны работника клуба преступление. Ведь мамы и папы расценили ситуацию как незаконное лишение свободы их детей. Впрочем, в комплексе уверяют, что не вызывали полицию, потому как пожалели школьников и ничего криминального в этом не видят. Теперь проверку начал и Следственный комитет.